переехали на старое место. И вот я минут 15 назад насыпала семечек на лавочку и в кормушечку. И вот черныш пришел. Я ему вчера купила орешков кедровых. Нашла по более-менее нормальной цене. И шишечку еще купила. Две шишечки. Одну ему, наверное, одну Мусе. Ну, вот они, правда, с шишечками сразу убегают. Посмотрим, сейчас орешек ему дам. Так-то он у нас пугливый парень. Привет, Черныш. Как дела? Что, еда есть, все хорошо, да? Еды нет, все плохо. Ну, кушай, сиди. Ну, не бойся уже. Я тебе орешков принесла. Начинаются прятки. Прятки начинаются у нас. Да? Возмущается, возмущается. А орешков хочешь? Или будешь воображать тут? Поезда шумят. И птички тут стрекочут. Страшно, да, Черныш? И кто-то большой тут стоит. Ну, прятки. Покушать хочется. Убежал, что ли? Убежал на веточку.